Я буду за вас болеть. Ненавижу на спорте. Естественно, желание, чтобы броуки выиграли. Текила же любят разные, там, знаешь, маски. Поэтому сейчас, ну, вот Дау может сделать новую маску имени Давыдова, сесть на лицо, и мне кажется, у Текила будет прям прекрасное лицо. Эй, блядь, вы где там? Здравствуйте, уважаемые товарищи, это Егоров. Совсем скоро броуков и на спорте ждет матч 1/4 финала медиа-лиги. И наши корреспонденты пообщались с уважаемыми людьми из медийного футбола, которые сказали, за кого они будут болеть, кого они считают сильнее в предстоящем противостоянии и как им вообще все вот эти вот сажания на лицо. Смотрим. Друг Текила, ты на спорте будешь болеть? Давай я. В матче с броуками. Матч с броуками? Да, честно, а я чё, не знаю. Но... Он что, за Текилу? Почему с броуками? На спорте играть с кем? С броуками. С броуками, братан, ты вообще молодец. Вот ебало завали, блин. Победитель на вас выходит. Победитель на нас, но лучше, конечно, сыграть на спорте нам. Ты охуел совсем, что ли? Ну что ты так, блядь, себя ведешь? Не, ну типа, я буду за вас болеть, но лучше сыграть на спорте. Вы что, давайте поем пока, да? А мы мощные. Мы просто с ним хочет сыграть. Все команды злые, я думаю, то, что сейчас броуки хотят взять свое, а на спорте же думают, то, что сейчас вот хорошо выкинуть броуков. Если броуки подойдут в оптимальном составе, то на спорте будет тяжело. Смотря в каком составе подойдет на спорте, если они успеют восстановить своих главных лидеров, то будет очень тяжко броукам. Если они еще и традиционно удалятся там в первой пятиминутке, то это будет очень грустно. Прекрасная, мужик, ничего личного. Нет явного фаворита, но, естественно, желание, чтобы броуки выиграли, это не скрывает. Это будет эпичное сражение, которое все ждут и хотят, наверное, повтора. Все-таки эмоции, которые были в том матче, они как бы зашкаливали, и как бы и показатель по просмотрам вообще в целом, как бы заинтересованность людей, она была, мне кажется, выше уровня. И всем интересно видеть эту битву еще разочек, и я бы с удовольствием то же самое ее посмотрел бы, и мне кажется, будет реально эпичная схватка. Спасибо! Пожалуйста! Завали ебало на свое! Иди нахуй! Broken на спорте. It's going to be a very tough game. Say hello to Nasportive, say hello to Broke Boys, because last few weeks we play against them. Nasportive give us a very tough time. But you know, it's football, it's dynamic, everything can happen. But I think Nasportive is going to take over. Ну, что я могу сказать? Я в команде Reality, FK Reality относительно недавно, и как раз я напоролся, давай называть это так, на матчи на спорте. Ребята играли, мы обыграли их, и с броками играли, и тоже мы их обыграли. Поэтому, что я могу сказать? Кто-то из тех, кто нам проиграл, выиграет в этом матче, но мне, если честно, понравилась команда Броуки, как они играют, типа, такая живая команда. Вообще, мне Броуки нравятся. Да, там Райзен, Давыдов. Это будет самый яркий матч 1/4 финала, потому что все команды, ну там, дроцы играют там с последним местом, да, возможно, это будет не такая равносильная встреча. Но судя по тому, как на спорте выиграла, да, с каким счетом последний матч, насколько они собрались, насколько они давили, эмоций и энергии у них хватит и на броуков, поэтому это будет ядерный матч в плане противостояния. Самый интересный, самый красивый, 100%. Готовьте, блядь! Свои лица мы на них сядем! Надеюсь, что не будет всяких судейских моментов, которые опять будут обсуждаться. Я надеюсь, что все будет решаться на поле, что ни у кого не будет никаких вопросов. Я думаю, броуки заберут, так как в регулярке не получилось. Красная карточка помешала им. Мы готовы. Мы очень заряжены, мы очень мотивированы для того, чтобы выйти и показать, насколько мы способны побеждать. Я думаю, что броуки все уже будут злые и готовятся на нас, как в последний раз, потому что две проигранные игры явно никого их не устраивает, и они же броуки, и им нужно как минимум сделать свое имя, обыграв на спорте, выйти в полуфинал, иначе их команда точно уже пойдет ко дну. Все, кто там играет, это маменькины сынки, блядь. Мы обыграем броуков. А какой прогноз, как ты думаешь? Честно? Честно. Мне почему-то кажется, что будет серия пенальти. Не, ну хотя, с другой стороны, я знаю то, что на спорте подвезут новеньких игроков. Да, мини-инсайт. Фамилия созвучна с кротом, с животным. И, возможно, их будет даже двое.
Поэтому я думаю, то, что на спорте будет такой сильный состав, и Броком будет сложно. Надеюсь, серия пенальти, но на спорте чуть-чуть выглядит посильнее. За Брок. Броки победят? Да. Я, наверное, все-таки болею больше за на спорте. Мне нравится Броков, их стиль, их как бы харизма, но именно по футбольному все-таки на спорте мне ближе. Че, пойдем, пацаны, блядь? Я думаю, ничья основное, честно. Я буду болеть за Броков, там мой Давыд играет. А за кого будете болеть? Не за кого. Но я буду болеть за Броков. 2-1 Броки выиграют. Каверзный вопрос. За кого болеть будешь? За Броков? Это не каверзный вопрос. Ненавижу на спорте. А что думаешь по поводу великих цитат, как сесть на лицо? Я надеюсь, что Давыдов это сделает, потому что, блин, текилы же любят разные, там, знаешь, маски. Поэтому сейчас, ну вот, Дава может сделать новую маску имени Давыдова, сесть на лицо, и мне кажется, у Текилы будет прям прекрасное лицо. Курки, блядь, готовьте ваши, блядь, лисы, будем садиться вон на лицо, нахуй. Будем вас ебать, нахуй. Мы Броки, нам похуй, уру-ру. Ну, это уже разлетевшийся афоризм, вот, мне кажется, с дрючем в исполнении Текилы, а еще больше в исполнении и в озвучке Райзена, это вообще крылатая фраза на века. Поэтому я рад тому, что есть такие команды в лиге, я рад их противостоянию. Это очень круто. Но то, что там сначала за эти слова начали спрашивать Сереги Давыдова, это там можно понять позицию на спорте, то, что там для них это неприемлемо, но когда они уже перед матчем плей-офф начинают говорить то же самое, там полностью перечеркивая свои принципы какие-то, то на спорте очень странно себя в этом повели, но Серега Давыдов — это его стиль. И все, что он скажет, я смотрю с удовольствием, поэтому от Сереги можно было такое ждать, и в целом он настроен на игру, чтобы в конце что сказал, то и сделал, но не получилось. Сереге можно, а всем нельзя другим. Ну не знаю, я прожила просто этого видео. Так это же стиль Давы, Текила, мне кажется, говорит вещи тоже подобные. Я думаю, просто парни классно делают шоу, то, почему их матчи так интересно смотреть. Ну уже кто-нибудь сел из них, блядь, друг друга на лицо. Вот и посмотрим. Блин, я вообще это не воспринимаю никак, потому что для меня это вообще непонятно, как. Два мужика говорит, я вам сяду там на лицо. Я не так воспитан, я даже не слушаю это и все. На этом, собственно, и все. А я вам советую покупать наш мерч Броков с духом. Нас не сломать и просто Броуки. Ссылочка также в описании. Бай-бай, до завтра.